Очень много женщин и девушек носят прекрасное имя Татьяна. В моем классе учила сразу 3 Татьяны. Матушка Татьяна, нашего покойного отца Алексея, моя тетя двоюродная, которая живет далеко, тоже Татьяна. С попельни Танюша и ее подруги Татьяны сегодня празднуют День Ангела. И много-много-много носит это прекрасное имя мученицы Татьяны. Мы сегодня служили в монастыре, я включал даже прямую трансляцию на ютубе. У нас икона Млекопитательницы, которую установил почитание наш владыка. Каждый вторник акафист мы служим, молимся Пресвятой Богородице, молились мученице Татьяне. Я вас поздравляю, уважаемые девушки, женщины, подписчицы, кто носит это святое имя. Желаю, чтобы Господь дал спасение, самое главное. И чтобы эта мысль всегда грела, всегда поддерживала. И тогда поможет обязательно пережить абсолютно все. И радости, и скорби, и все сложные моменты. Поздравляю вас еще раз и желаю всего-всего наилучшего. Счастья, любви, согласия. Чтобы вас любили, поддерживали. Чтобы у всех были внуки и правнуки. И всех их обязательно увидели. У кого мужья воюют, обязательно вернулись. У кого сыновья воюют, обязательно вернулись. Чтобы всегда вы чувствовали Божие присутствие. Пускай Господь хранит вас на многое и благое лето. А наши Танюши най живут, много лета, най мают, многое, многое лето, най мают. Это не все. Есть прекрасная новость. Сегодня я получил видеоролик от тети Любы, которая благодаря нашему жизнерадостному каналу, вам всем, дорогие братья и сестры, уже находится 23-й день в реабилитационном центре в Киеве. Она доходит эту неделю. Это получается у нас 4 недели. И она делает просто невероятные успехи. Она совсем недавно ходила с палочкой, и ее помогали идти. Сейчас она идет сама без палочки. И доктора очень грамотные, настоящие профессионалы. Человек 2 года пролежал, не мог ходить, и сейчас она идет. Но просят о том, чтобы... И тетя Люба, естественно, тоже просит еще одну недельку. Одна неделька – это 60 тысяч гривен. Сейчас у меня есть возможность 27 тысяч гривен выделить на тетю Любу. С учетом того, что мы собрали 220, а уже потратили 260 тысяч. И я хочу, я не знаю, помогите, пожалуйста. Еще надо, получается, 22 тысячи, 23. О, тревога. И чтобы тетя Люба доходила, чтобы она могла возле дома сама ходить. Ее надо учить, чтобы она по ступенькам, там целая история. Если можно распространить это видео, я оставляю реквизиты на тетю Любу внизу. Помогите уже, да помочь ей. Всем спокойной ночи, обнимаю, низко кланяюсь и спокойной ночи, храни Господь. Право, хорошо, лево, и право, хорошо, лево, и право, хорошо, лево, и